В эфире телеканала ННТ «Новости 24». Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Вот какие новости ожидают вас сегодня. Нас никто не слышит. Путина я писал, Сулеймана Керима я писал, генеральные прокуроры я написал. Сокращение, урезание штатов и тяжелые условия труда. Коллектив самого, судя по востребованности, народного транспорта республики переживает не лучшие времена и буквально кричит, взывая о помощи. Подробности сегодня в выпуске. ЕГЭ без школьников. Генеральную репетицию перед стартом единого госэкзамена провели сотрудники пунктов проведения экзамена. Как пройдет тестирование в этом году, узнаете через пару минут. Преодолев таможенные трудности и бумажную волокиту, помощь из Турции все-таки дошла до своего адресата. Сегодня 65 медучреждений Дагестана получили противоэпидемическую гуманитарную помощь из соседней страны. Автобусы «Метаны» снова на грани исчезновения. На этот раз сотрудники предприятия жалуются на действия руководства. По их словам, дирекция делает все, чтобы не допустить их к работе. Сокращают коллектив, урезают зарплату и вынуждают подписывать трудовой договор, где отсутствуют гарантии прав работника. Патимат Ханапова разбиралась в ситуации. Нас никто не слышит. Путина я писал, Сулеймана Керима я писал, генеральные прокуроры я написал. Два раза Васильеву написал, трудовую инспекцию написал. Водители автобусов «Метана» вот уже больше года пытаются добиться справедливости, но пока им это не совсем удается. По словам сотрудников, из-за коррупционных действий экс-руководителя теперь страдает весь коллектив. Предприятие задолжало государству по налогам более 200 миллионов рублей. Около месяца назад работники выступали с обращением, призывая помочь спасти народный транспорт. Тогда представители республиканских властей обещали найти варианты для возобновления работы предприятия и финансового оздоровления. Однако решение так и не было найдено. Нам сказали, что нас примут на тех же условиях на работу. Обманули. Сейчас нам предлагают на рабских условиях здесь работать. То есть заставляют под угрозу заново уволить, приказ с испытательным сроком на 3 месяца до 4 сентября и срочный трудовой договор до 4 сентября. Это означает, 4 сентября мы должны все уходить с этого предприятия. Так называемые автобусы «Метаны» были закуплены в 2015 году за бюджетные деньги. Это был единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и внутри города всего за 15 рублей. Говорит так, нравится работать, не нравится — уходите. Нам он дает вместо тех договоров, другой договор подсовывает нам, что мы подписали. А там написано испытательный срок 2 месяца до сентября якобы. И зарплату тоже урезали нам в 40%. Но проблемы, возникшие у автопредприятия из-за неэффективного управления, поставили его на грань закрытия. Вместе с тем, государственные структуры, по словам сотрудников, подключиться к решению вопроса не захотели или не смогли. Водители уверены, что автопарк, а вместе с ним и рабочие места удастся сохранить, но только если власти обратят адресное внимание на проблему. Так считает и президент фонда «Имама Шамиля», который от имени общественных организаций взялся поддержать работников транспорта. Я нахожу решение этой проблемы очень просто. Просто руководство республики в лице Васильева и руководитель города Махачкалы Дадияев Салман должен лицом повернуться к горожанам. Все, там больше ничего нету. Я уже озвучил, 207 миллионов, чтобы сохранить вот такое крупное предприятие. Что такое для Республики Дагестан? А для этого надо найти деньги, сохранить маршрут, создать все условия, зарплату рабочим сделать нормальным, дотации сюда выделят. Все это в других городах Российской Федерации делается. Отметим, что на сегодняшний день это один из самых дешевых тарифов за проезд. В основном данный маршрут востребован у льготников и других незащищенных категорий населения. По словам водителя, именно поэтому власти должны быть особенно заинтересованы в сохранении автопарка, являющегося по сути социально ориентированным. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарсов, новости ННТ, Махачкала.
Пробный ЕГЭ в Махачкале прошел без школьников. Сотрудники пунктов проведения экзамена примерили на себя роль выпускников. Так проверяли уровень подготовленности и организации технической процедуры сдачи экзаменов. Руководители всех 67 пунктов проведения экзамена проверяли готовность оборудования и электронных носителей. Условия были максимально приближены к реальным. Перед экзаменом каждое помещение будет тщательно продезинфицировано. В качестве дополнительных мер безопасности – обеззараживающие вещества и средства индивидуальной защиты. Сохранится и социальное дистанцирование. Школьники будут сидеть друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 3 июля. В республике экзамен намерены сдать порядка 11 тысяч выпускников. 65 медучреждений Дагестана получат помощь из Турции. В республике началось распределение большого гуманитарного груза, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией. Напомним, что медпомощь была направлена по линии турецкого общества «Красного полумесяца». В Дагестан груз отправился после обращения кавказской диаспоры к властям Турции. Сегодня в больницы поступили около 90 тысяч защитных масок, 20 тысяч медицинских костюмов, 4 тысячи защитных очков и дезинфицирующие средства. Грузовик, заполненный медикаментами и средствами индивидуальной защиты, выехал из Анкары и прибыл в республику еще в конце мая. Но Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан, как получатель гуманитарного груза, столкнулось с некоторыми трудностями на таможне. Только 18 июня мы получили разрешение с Министерства здравоохранения Российской Федерации, после чего мы в пятницу прошлую получили груз с дагестанской таможни. Нам он необходим, пандемия снизилась, значит, скажем так, такой наплыв, но она не исчезла. И сегодня в Казахстане, в Америке, в других странах идет обратное ужесточение. Поэтому сказать о том, что не к месту, это невозможно. Это наоборот, мы должны только за это благодарить. Распределение гуманитарной помощи проходило при участии представителей общественных организаций. Отметив прозрачность процедуры, общественники и врачи выразили благодарность инициаторам. Хотя, конечно, хоть печальный случай, хоть печальное событие, но тем самым мы уже лишний раз доказали, что мы одни, что наши народы одни, в тяжелую минуту друг другу оказываем помощь. Огромное спасибо и благодарность от нашего общества. И мы предбудем сотрудничать и предбудем друг другу помогать. Огромное спасибо. Не поздно поступило это все. Мы еще не знаем дальше, что ждет. Дай Аллах, чтобы все было все хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Это все нам пригодится. Мы помним, как мы нуждались и в масках, и во всех этих дезинфицирующих даже средствах. А сегодня мы уверенно можем и бороться, и идти дальше с этой болезнью. Дай Бог, чтобы она миновала нас. Спасибо всем, кто оказывает помощь на сегодня больным с ковидом. Спасибо за все всем республикам и странам, которые нам оказывают такую помощь, которой мы нуждались, мы нуждаемся, и нам это очень сегодня нужно. Работники частных клиник в Дагестане получат выплаты за борьбу с COVID-19. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики. Деньги выделят из регионального бюджета. На данный момент, по информации министра здравоохранения, в республике проводится обратное перепрофилирование медучреждений в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. По его словам, максимальное количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 в регионе составляло более 9 тысяч, а теперь их осталось свыше 3 тысяч, причем 2180 из них свободны. Существенно снизилось число пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, добавил министр. 150 мешков мусора собрали на берегу Каспийского моря. Акция прошла на пляже рядом с аллеей героев-медиков в Махачкале. В субботнике участвовали около 100 человек. Это сотрудники духовного центра имени пророка Исы, мир ему, школьники, спортсмены, работники общественных и коммерческих организаций. Я хочу выразить благодарность всем ребятам, всем людям, которые пришли, нашим волонтерам. Спасибо вам огромное, что вот эта наша капелька, которую мы сейчас уберем берег, чтобы это превратилось в огромный океан, вот таких благих дел. Спасибо вам большое. В голосовании по поправкам Конституции страны приняли участие азербайджанцы и иранцы, проживающие в нашей республике и имеющие гражданство России. Они поделились своим мнением о реформах в главном документе страны. Поправки являются
для нас позывом к тому, чтобы показать свою национальную идентичность, показать свою сплоченность, показать национальное различие и при этом единство всей Российской Федерации. Которой в России живут азербайджанцы, от имени их тоже могу сказать, поддерживаем 1 июля измен Конституции. Мы рады, что Азербайджан, Дагестан, Россия в высшем уровне дружит и в дальнейшем будем дружить. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.